тестер розеток и узон из магазина Леруа. Стоит порядка 300 рублей на данный момент. Очень хорошая и нужная вещь. В повседневном обиходе, в быту, на работе очень универсальная. Значит, что мы имеем? Вот такой вот тестер, который проверяет УЗО, то есть делает короткое тест УЗО. Нажимаем. Идет у нас коротыш и, по идее, выбивает, либо не выбивает пробки. Далее засовываем его в самый обычный удлинитель и смотрим, что он нам покажет. Вот. Если у нас один зеленый, значит, обрыв заземления. То есть здесь, на этом удлинителе, заземления нет. Тест УЗО делать не будем. Вот. Также данный девайс может нам показать следующие показания. Обрыв нуля. Неправильно подключенная фаза 0. Неправильная подключенная фаза заземления. Неправильно подключенная фаза и обрыв нуля. Обрыв фазы, если ничего не горит. Ну и тест УЗО на 30 мА. То есть на то, сможет он вам спасти жизнь или нет. Такая вот из блистера бирочка. Ну и вот такая вот гарантия. Здесь вот расписаны его данные. Рабочее напряжение 230, 50 Гц, тест УЗО 30 мА. Светодиодный не более 2 минут. Время непрерывной работы. Рабочая температура до плюс 30, габариты и вес его. Гарантия. Для чего же нужен данный девайс? Допустим, вы хотите проверить все свои розетки, удлинители, проверить оборудование, такое как бесперебойный источник питания, там, допустим, либо такое оборудование, как сетевой фильтр для компьютера, да все что угодно, все что имеет розетку, в принципе, выход, мы можем проверить. Если вы будете использовать его на работе, то коротыш может выбить полностью, высадить все ваши розетки. Либо УЗО выбьет, либо выбьет автомат. Так что будьте с этим делом поаккуратнее, поосторожнее. Все, всем пока, ссылка будет в описании.